польские военные подписали многолетний контракт на поставку машин GRF от Defensor. В компании Defensor рассказали, что сотрудничество с польскими силами обороны в очередной раз демонстрирует растущий интерес в Европе к инновационным, масштабируемым и модульным решениям компании. Подробности договора не разглашаются. Однако нидерландская фирма заявила, что платформа GRF выбрана из-за ее повышенной безопасности и мобильности. Сотрудничество с польскими силами обороны знаменует важный шаг в нашей миссии по обеспечению военной мобильности, отвечающей самым высоким требованиям, сейчас и в будущем, рассказали в компании. Обычно базовую версию GRF оснащают широким набором подсистем, включая системы вооружения, комплексы связи, различные оптические системы и выдвижную мачту. Помимо интеграции подсистем, машины Defensor также могут поставляться в различных вариантах кузова. Длина базовой версии машины GRF с колесной формулой 4х4 составляет 5,1 метра, ширина – 1,8 метра, высота – 2,2 метра, максимальная разрешенная масса – 4600 кг, включая полезную нагрузку – 1440 кг. Машина может развивать скорость 130 км в час. Запас хода по топливу – 800 км. Такие габариты позволяют доставлять машину к месту проведения операции транспортными вертолетами CH-47. Вероятно, GRF будут предназначаться для польских сил специальных операций. Кроме этих машин, польские военные закупают внедорожники Ford Ranger, которые заменят устаревшие машины Hunter Bariton. О планах польской армии закупить новые внедорожники стало известно еще в 2018 году.